Всем привет, вы на канале Dota с кайфом. Сегодня мы записываем медового вич-доктора. Его немножко апнули, ну как немножко, так-то относительно сильно его апнули в патче 7.34. Каски у него теперь летают намного быстрее и сделали чистый урон от варда. Поэтому он стал сейчас намного сильнее, особенно на рейтинге, на нашем рейтинге. Поэтому стараемся выиграть мид и просто унижать карту. Всем приятного просмотра, там заваривайте чаек, копеек и погнали. Да, но я бы не сказал, что прям, типа, немного лапнули, каски летают за 0,1 секунду, то есть промежуток того, как они отскакивают, это очень жестко, как по мне. Ну да, я же сказал, что... Ну, я оговорился сначала. Он и раньше как бы сильный был, но какой он сейчас сильный, это очень жестко. Я пробовал пару турбасиков, мы катали вчера, это было интересно. Я раньше вич-доктор брал, типа, в пятерке, в четверке играл. На рейтинге было прикольно, а вчера решил в мид пикнуть, мне понравилось, думаю, сейчас в рейтинге пробуем, как что работает. Мы не ищем легких путей. Ну, там у них курс есть, ладно. У них есть, вот непонятно, кто у них пойдет в мид, но, как обычно, вроде скорее всего, курс, но бывает, что ходит сварк. Мартра, ну короче, в натуре хоть толк как будто может. Битва начинается. Что, хоть будет, нет? Похер. Я встану. О! Ганг-отряд выехал на низ. На! Свену похлебал удали. Она у нас три руны. Еще и ФП не дали. О. Сначала неплохо. Почему не... А, они ушли до нормально. Да. Варка мид. Нормально. Он тебя точно не должен убивать. А, пока тычку, блин, я здесь не поставил, что надо. А теперь не дышите. Я так не думаю. Так тому и быть. О, хп мало. Он тут хоть пофармлю, я просто вчера мид стоял вначале против огра, потом против... Он против кого, я не помню. Короче, тут неприятные все миды вчера были. О, сейчас я тоже что-то... Тихонько фармим. Я думал, ты ФБ уже взял. Ага. Не бейте. До ФБ еще далеко. Далеко. Мне его пока бить нечем. Только если он под башню где-то зайдет. Мне вот очень нравится то, что если я, допустим, буду каким-то образом ему фидить, то у него же эти качаются. Паки. А под башню, конечно, на вич-докторе добивать. Пусть удовольствие. Я по тихой грусти иду домой. Дубов переогревает. Какой-то насос, давай попробуем разок его. У него самый высокий рейтинг из всех. Да? А. Опа. Давай. Пойдем. Ой, хорош. Уберет, нет? Ай, блин. А, чуть-чуть осталось. Тварь. Да, ну... В вич-докторе всегда охота покупать ботл. Это, конечно, как будто лишняя голда, но это очень сильно выручает, особенно в рейтинге. Потому что в турбо я как бы спокойно мог играть, наверное, и без него, но было бы тяжеловато, но все равно. Кто там у нас? Ой-ой-ой. Леон там соло выносит что-то. Могу. Все получается. А, нет, свана убивает, так, блин. Стоп, это не надо. Вперед. Не дождешься. Несите меня. А я так, ну пока. Достаточно комфортно, я себя чувствую, он особо не агрессив, я бил один раз, но он сам там чуть не умер. Давай его убиваю, ему. Что там? Так он не агрессивает. Что там? Он агрессировал, я бы, может, его
уже и убил. Потом, что там пикает все по карте? Да он что там пикает? А да он убили, походу. О, пикаешь ты. Черт. Что так его проминаю? Надеюсь, его чуть-чуть так подразводим. Несите меня, кости. Привычка такая. Линия горнастала. Опа, нормально. Пойдем, пойдем, пойдем. Где его потычкой? Он уходит. Мне что-то от первого его скилла много это. Много больно стало сильно. О, нормально скилла. Там же шейкером хреново на его стоять, я еще не представляю, что нам делать просто. Фармим нахрен, все, что он еще делает. Иди сюда, ну что ты? Ну блин, ну что он боится, я мне так не интересно. Я что, жирный придет, меня хукнет. Так, ладно. Давай так. А вот и я. Давай так. Так что? Спешу изо всех. Он не подходит, чтобы я его плечко получить. Мало очень урона. Пойдем, пойдем. Опа, вот теперь у меня, наверное, будет возможность даже его и убить. Ну, хотя он тоже так не уж стой. Ага. Ты уже никак его не убьешь. Ну что такое, он из этого не выйдет как-то? Касок? А вот это, да? Получается, вот я умер. Нет, ты не умрешь. Он вот тупо так уж. Да, ок, я тоже. Ну а, руна щита ему еще упала. Он, видите просто, как она скачет? А, не помню. Так, надо ботал попробовать. Ну чё, а где руны? Он только что руны что-то под щита подобрал. Он сказал. А, щита уже, понял, всё. Добавил тебе игру, значит, у вас есть? О. Я не там стою. Угу. Надо было раньше стрелять. Я мою по то, что доктор прописал. Вашу центральную башню атакуют. Мы не ищем легких путей. Варка нет. Нас сейчас убило. Да? Ну, да, в смысле? Мы ему ничего не сделаем, к сожалению, уже там. Ну, плюс килл. Плюс килл, минус 20 стиков и минус 3 лотоса. И сейчас, возможно, он уже сможет пробить меня. Блин, он уже вернулся. Нормально размен. У меня маны нету, только пульги до потяной. А вот и я.
2 секунды, можем еще на кого-нибудь попробовать. Так, нет, еще 10 секунд, надо Мельдикта подождать. Не связывал. Эх. Моя. Тебе трос. Говно ульта. О, она еще есть. Это уже плохо. На сварке, по-моему, еще поплыла какая-то. Я возьму лотос. А, давай. Арканы еще будут. Так, не пудрил сам. О, как они отскакивают. Сюда. Суету, суету. На войне тут. Суету, суету на истях. Вот, вот плохо, вот реально минус Вич Доктора, то, что он очень медленно пушит. Реально очень просто медленно пушит. Вообще нечем пушить. Сейчас поломаем уж, наверное. Сюда налетим, сюда налетим. Идем. Ох, ты черт. Молодец, вон я напилил. Все, кайф. Война, пойдем кушать. Куда он, куда он? Куда ты? Не смотри. Вот тут жирный чё пошел. Так, ну 4-0 пока идем, уверенно. Килл я, конечно, прям... О, нормально. Благодарю. Ох, сейчас пукнет жирный. Я пришел, тем помог, этим помог. А чё? А ты свой забрал, что? Угу. Ну что мы тут сразу? А, нормально, да. Там, может, что-то сделаем. Чё, я помню. 18 секунд, я готов дальше. Жирный вот тут стоит. Он стоит, черт, фукает. Вот они. Ларк там пушит. Помает, ну. Надо силы так сделать пока. Он прилетел, ну свой, наверное, сейчас придет уже фармить. Да, нормально. Кто дерется? А. Фармит санчик. Лента понятно. Куда? На мид хотел сварка погонять. У меня есть ульта скоро, через 3 секунды, что все уже есть. Я, Рома, тут пушат нам, лучше бы отпушил, наверное, линию. Здесь? Ну он что-то как-то. Ну там он на мид зоопарком ходит. На мид пришли нормально так что-то. Жирнул я, не вижу. Да-да, тогда. Он там на мету играется. Мы с тобой пушим примерно одинаково. О, этот, отпушиваем точнее. Замечательно. Опа, лотосик. Ну, я вот нулик купил. Там с нуликом вроде как поприятнее все равно жить-то. Мы сейчас вот полетим. Давай куда? На ванпост. Давай! У меня КД было, КД у меня было. А, у тебя ульта была. Ой, да-да, я тут пил. Вот ты меня увез, а? Не разобрался. Просто, ну там, типа наш нефтонкили. Просто меня увез, а я аж в каску-то в крибовке дал. А впереди ульта же была еще. Просто стоял, вообще ничего не делал. Там... Ты чувствуешь, такой тебя захексили в дом уже? Не, если бы я сразу все это сделал, меня бы, может, это сбили на самом деле. Я это вот еще испугался. Просто заранее предупреждать, я скажу. Я сразу сказал, летим. Ты мне сказал, летим. А я сейчас летим, и ты такой, куда? Я говорю, на аванпост. А, ну да. И все. Ну, конечно. Так, шиба.
А мы кого-то убили? Туда только? Да, но да, это не только. Я. А у нас кого убили? У нас одного кого-то убили, да? Идем попушим, что делать. Шаманчик связывает. Они убивают. Не убивают. Они убивают. Вот там Свен как будто очень сильный уже. Надо было помочь, походу. Черт. Кого еще убили мы? О, пойдем. Ладно уже, некуда идти там. Или что, жирный там один? Да некуда уже идти туда. Я ТПшки не было, так и сгонял. Я думал, там они убивали спокойно, вдвоем были, они двоих убили до этого. Ну, все, больше ничего не было, пуш, доел их. Не вижу. Оскужен сначала, как будто справляюсь нормально. Он так уже нормально. Нижняя башня противника разрушена. Никого еще убили, обидно. Там кого на сверху доедают. Лучше их доедают. Спешу уменьшить центральную башню атакуют. Ой, центральная башня разрушена. Не успел, уже не успел. А что, настоящий пуш? Эй, а, нет. Два не настоящих было. Я сварка там просто хотел попробовать. Так, так. Вашу верхнюю башню атакуют. Да, блин. Так тому и быть. Несите меня. Сванчик, Сванчик. Шейкер там опять пошел фидить. Шейкер, ну, он сплидит, я думаю. Не, он фидит. Он так думает. Ну да, теперь фидит. Так. Даже его убивают там. О, опа. Кого-кого? А чё, он шёл, он шёл, а он прыгнул походу сюда. Хер знает. Не, ну чистый урон на видеодокторе, я думаю, мне кажется, это должны, наверное, фиксить. Хотя я опять же думаю про наш рейтинг, но это очень сильно, мне прям очень сильно кажется. Сами на Свена, конечно, напали жестко. Они все тонкие, их еще и пробивать приятно. Хотя Люкан я бы не сказал, что прям сильно тонким. О! Блин, жирно. Ой, бьют. Ой-ой-ой. А, убили. Вот, да, уже. Я успел, я вот чуть. А, так ты меня крысы своей заблокировал. Сейчас меня убьют, наверное. Сейчас меня убьют. Да. А, ты там остался? До сих пор был. Я пачку. Думал, отпушу его, уйду, я уходить уже начал, меня догнали. Я тоже на ульте тут прилетел, мне тут уже тоже смерть. А, там, ну, из плюсов нас Люкан доедает. Я так-то не знаю, как, что с ним сделали. У меня серия с 5 убийств так-то была, блин. Неприятно. А вот и я. Ну конечно. Минус Леончик. Нешу минус. Я сейчас ему помогу. Несите меня, кости. Пойдешь же мне дальше? Ох ты, черт. Черт. Понял. Раз разили фиссурой, но мы встретились.
И вновь играем вместе. Че, че, че? Мы ищем легких путей. Так. Свен пошел. Свен пошел. Остановите Свена. Кто-нибудь остановите Свена. У меня ни ульты, ни аганима, че к вам пошел-то. Он играть пошел. Помогаем, помогаем, ломаем. Ты по ним не скачу, дай мне на дэзи, не скачу. Нет, конечно. Ты не кидать даже мисс. Ну не меня. Когда еще? Блин. Дальше хотите его? Блин, детишки. Давай, заходим. А что, мы не можем показать? 2-4. Побежал, побежал, дед, побежал с палкой своей. Бежим, бежим. Ну, конечно. Сейчас колду выкопаю. Ласка, тут нормально. Ну, прям на тебя прям идеально, да. По-моему, тут же. Вы на хотели поймать нашего. На КД пока, КД. Оп-оп-оп. Своим фармит лес. Ну, пока не до нас. Аааа! Ух ты. Там пушит и все хукает. Какая там сидит? Вот устакнули еще, пока дрались. Сейчас я заберу его. Только романа поделить. Тут зато он у тебя выпал, ты. Ты не забираешь. Добрали уже. Совсем уже жадный. Не жадный, а богатый, слишком, короче. Так, пока надо выкнуть чуть-чуть. Леони у нас кто? Четверка? Ну, пятерка, по идее, вроде. Вам тут без Фэна, наверное, сейчас будет интересная драка. Опа. Он спидит просто. Вот он наш 1000 ММР. Как я хорошо сентряк снял, как я хорошо... А, не... а чё? Подожди. А, у них глаз... Нет, подожди. Не было у них сентряка, а чё, чё за прикол? Сентряк я у них снял. Это же обсерв. А тут чё? А, там может тоже сентряк атакуют. Это значит, его не доставал никак. Как я люблю нашу 1000 ММР. Вот за это вот? Вот за это? Да, и за то, как мы сейчас игрались. Игрались мы, да, сексуально. Вот туда его. Своровали, своровали. Я сейчас убью на своей. Пусть это. Я вижу, что у меня чизер есть, я к тебе присосусь, как надо будет. Кого на дефать вот эти штуки? Убирайте. Ну, пошли с ним драться. Ладно, ладно. Я тоже вам приду, у меня блин тысяч. Хорошо! Поехали туда, да, все хорошо. Он там, опа, там, опа, он тут. Как он там сидит-то? Он затрял. Ты. Я ему я. Он меня прыгнул. Это еще запрыг. Ну это да, это смех. Застрял. Ваша верхняя башня разрушена. Свен да там нормально наваливает. Он да уже. Здорово. Люкан. А, Люкан уже бери. О, надо фатис. Мы пушить идем. Вашу нижнюю башню атакуют. Вперед! Вашу верхнюю башню атакуют. Так тому и быть. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Йодам помогает. Опа. Давай, давай, жирного, давай.
один раз. Смотри, меня доело. Здесь вы не убьете за этот парня. Нет, не убьете, я понял, вы умрете все вместе со мной. Да, вы умрете. Я прилетел сюда. Пам. Да, вы все умрете, вы все. Нет. Ой. Ах, не попал, говорит, дубины своей. Опа! Эх, умер ни за что, даже никто не отпустил за меня. Неприятно, вот такая вот. Подойди, у меня реген, подойдите ко мне, у меня реген, ну подойдите. Я вообще не адекват. Успел. Регенил читарик. Так, чем мне надо? Мне надо ботл продать. Нет, я лучше стики продам. Да, лишний. Тебя шотнули, что ли там? Я двух убил, меня мортара убил, ну. Я куда я одного ли убил? Она меня сзади прыгнула, тварь. Кто там опять? Девичь. Да, пиздарики, попавшие мне сейчас будет, наверное. У меня ТП нет, я по низу тихонько двигаюсь. Попну, кто-то пачку скипну еще. Оп, тут, это шейкер, он к вам идет, тоже вам дал. Алёна, пизда нахуй сделали. Больно в ноге. Больно в ноге. Ай, больно в ноге. Йоооо, мы тут ты что там не успел подключиться еще? Не успел, а ничего. Супен тут дал че по лагим. Не успел там похавать. Они так хорошо стояли втроем. А у него по области что ли это стан? Да. Мы идем Рошана походу бить. Так, кайф, пойдем. А на него мельник не есть уже вроде? Не. У нас мид падает. Зачем он ТП? А, нет, он Т1 походу. Т1? Я там вроде нет. Нет. А, он аванпост прыгнулся. Нам хотел, видимо, идти. Ну там вторая пачка идет. Вашу центральную башню атакуют. Это уже неприятно. Силы света укрепили свои сражения. А там волки, так понятно. Они типа столько. Он шардом там по-любому, они без шардом. Ну просто так типа эти. Просто отправляют их. А, типа своих? Угу. А может сейчас у него сделали как-то по-другому, да, не читал. Нет, вот в этой пачке волка нету. А, там на рандомную линию уже отправляется вроде. Угу. Где осталось голды на этот? За лопатку вообще менять некуда, топовая шмотка. На его. На его, да. Ты тут уже что? О! Я тут уже. А чё? Я что-то стал или как-то нормально. Я просто хотел ульту подольше подержать. Майна? У меня тестирование было, я так тебя заявил. Я не заявил бы, у меня хил бы, не хил бы, столько не хотел, чтобы я... Не-не, там очень... Там меня Люкан съел. В целом, типа, неплохо, чего. Ульту прожал, правда, мог шарт еще. Или ШБ мог нажать. Ну то ладно. Кстати, вот еще из минусов то, что я привык к глимеру на ВД, а сейчас я играю с ШБ, и это немного как-то не то, что мешает, а как правильно сказать. То, что разница есть, немного будет неприятно. Это привыкать. Пам-пам, надо ломать. Ломайте, я толкаю вниз. Два глифа не потратили на ноль. Я иду.
просто в сторону, на другую сейчас идти и все. Мы не ищем легких. А, это не может сейчас будет. Наши дерутся уже. О, сейчас они проиграют драку там. Что, повезешь меня? Я не... Ой, давай. Так уже я хочу. Я так иду. Руками бежут. О! Леон соло. Давай, погнали, быстрее, 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 быстрее. Там... А, давай, так у нас еще есть. Давай на развороте вот этого. Кого, кто кого? Это урон. Их отключаешь. А, подожди, там типы. Все, кончился там. Да титан. А че мы? Пойдем понизу? Пойдем. Пойдем. Понизу. Пойдем понизу. Понизу, пойдем. Я вам пост не успел захватить. Я не захватил фигу. Нет, я рано пожал на ничего. Да, нормально. Я думал, каски не можешь успеть. Круто. Сейчас буду прожать когда. Реагрить, тебя убьет сейчас. Эй. Вашу верхнюю башню атакуют. О, о, о. Пойдем, говорю, ломать. Они идут под Т4 драться. Оп. Уходи, уходи. Ой-ой-ой. Я бы тебя увёл как-то. Пишар прожал, я не смог повезти. Ой-ой-ой. Я тут появлюсь уже. Ага. Кайф. О, это что, дурачок? Куда ты? Блин, он меня килл застилил так неприятно. За жопу схватил. Ой. На, пацаны, я там сейчас сижу. Я вам помог, конечно. Что помогать? Я застилить могу. Ладно, пойду. Сонечка похилю. А, ну мы уже в трон. Ай, больно, ай, больно, ай, больно. В ноге? Нет, в голове. Блин, нет, а, не сгнил. Наших бил. Помогаю, наших. Не, нет, ничего. Я поэтому... Да, пойду, нам больше. Давай. Пойду попушу поэтому. Давай, давай, под фонтан. О, сейчас 2 секунды, подожди, подожди, подожди. А этот ход. А вот. Блин, что было-то? Убили. Убили. Больно в ноге. А мы что-то не скушаем сейчас. Мы шейкер вольтаем на мусор. Мы что-то... Я хочу обратно его привезти. Да. Чтоб мы вдвоём напилили. Это мы не кушали. О, шейкер, играй! Шейкер, играй, пожалуйста! Меня убрали, меня закинули. Как это мы не скушали, слышишь? Да, ничего страшного. Я думаю... БФ на 32-й, говорит, это сильно. А Мартра БФ собрала. Блин, что-то минус 5 у нас. Да, ничего, спустя они ничего не смогут. Смотрим через 3 секунды там. Ну, за 3 может сломать так. У нас глиф есть. У меня есть Тараска. Нормально, кстати. Такой же, 18-й. Ну, 19-й, не помню. Я не даже ничего, они не слышали. Надеюсь. А ты сейчас соло их убьешь всех с Леоном вон там вдвоем. Надеюсь, да. Главное не протратить. Главное, да, нормально. Кнопки нормально потратимся. Они не будут. Да, они даже и не пойдут, потому что там свин уже. Свин уже вон, все, на передовой. Ладно, последний, походу, заход остался.
Ну да, надеюсь. Надеюсь, да. Опа. О, Куджа в финале. Ну а! Застелили. Репорт. Это да, я ждал. Да, тоже, конечно, застелил много. Ну, ладно. У нас что-то Леон прям это... Прям идет агрессивно в мортал. О, Акон не бьет. А у него МКВ на там. Ой. Да, у Морты закуп-то. БФ. БФ, БКВ. Че, погнали? Под фонтан, шагитай. Не, я под фонтан больше. Сейчас у тебя хоть шарт есть? У меня был. У меня было? А что не пришел? Я думал, я там не хотел пойти на фонтан заходить. А че зашел? А пупчик. Ладно, все, я ломаю. Да не-не, заходи, подерись, че. Кого? Не хочу драться. Давай. О, Мортра, давай. А че она подходить тебе будет? Что, давай? Меня бьет, что ли, дурак? Куда ты пушишь-то? Пойдем драться. Да я ломаю, все. Так мы играем на страту, так он пушит уже фастпушку и это устраивает. Фастпуш? 35 минут уже мы играем, до лоб должны были закончить. Ну а, ладно, я тогда с Веном он меня поддержал. Я с вами. Вот он. Вот это сильный Свен. Он правда умер? Нет, не умер. А то есть доктор, не, я лучше спушил. А кстати, что-то... Вот он прыгнул в блинка под фонтан. В надежде, что убьет, и убил. Да не, кайф. Не, ну новый вич-доктор это реально кайф. Я просто говорю, любил, не помню, почему не я. А чё? Я по фонтану. Потому что Свен по фонтану прыгает, а ты нет. Это неинтересно, конечно, это считаю. Неинтересно, это стоять фоткой. Мне все лайк поставили, поэтому тоже лайк поставлю. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вот такой у нас получился ролик. Медовый вич-доктор. Получилось, я думаю, раздать стиля, так сказать. Ну, тут повезло еще с противоположным пиком, что у них были, можно сказать, все ближники. Ну, шамана мы в расчет не берем, он... А, он еще и пятерка. Поэтому вот, какая-то такая игра получилась. Всем спасибо за просмотр и всем пока.